Здорово всем, ребята! Прежде чем всем пожелаю приятного просмотра, хочу вас предупредить, что данный ролик является особенным, потому что персонажи, которые мне сегодня попались, были очень удивительны по поведению. Вообще, в принципе, какие-то особенные, потому что я таких еще не встречал. Ну, либо очень давно не встречал, потому что я такого не помню. В общем, смотрите внимательно, сами все поймете. Ну, еще одна причина смотреть данный ролик до конца, как и любой другой, это то, что в каждом своем видео я разыгрываю в конце АЗ-шки на халяву, просто так. Поэтому участвуйте бесплатно, забирайте себе это все. Ну, а теперь я желаю всем приятного просмотра. Итак, у нас 11:30 ночи, но на респе почему-то появился чел, который вот расстрелял игрока за каким-то хером. Ну, то есть грува. Он до этого очень много раз мелькал в килл-листе, но я не знаю, кто это. 10 уровень. Какой-то вообще, типа, чел. У него уже и это, и аксы имеются. Странно. Очень странно. Ну-ка, чек. Пуниш. Что там у тебя есть? Куда мы лезем, боже? Ага. 479. Ну-ка. ДБ ковшом. ДБ ковшом. ДМ. 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 Понятно. И это у нас получается с 15 августа по сегодняшний день. То есть месяц. Да. Ну, на 5 часов отлетит. Понятное дело. Короче, он играет с Саимом, походу. Он играет, походу, с Саимом. Он играет, походу, с Саимом. Я сейчас пересмотрю. Если да, если это так, то он сейчас у меня улетит в офлайне. Да. Так, ну я пересмотрел, в общем. Как там у него? Сано, да? Какой-то был. Сано. Сасано. Сейчас найдем. Так, он перезашел. Это он же? А, нет, это другой уже Сано. 197. Это уже другой игрок. Третий уровень. А там был Йосида какой-то. Я понял. Это уже тоже Сано с диглом. Что за... Что за прикол? А, во, зашел 342. Так, он здесь, в больничке. Что происходит? Почему все пропадает? Так, ну, я могу, конечно, знаете что? Сейчас я, во-первых, вид сменю. Перезайду еще раз за ним в спек. Я попробую последить уже вот отсюда, чуть-чуть издалека, как он будет стреляться. Если будет, конечно, потому что все-таки очень странная стрельба была. Ну, прям очень. Я, если что, Фрапс пересмотрел, там были моменты, я прям в замедленном действии смотрел. Там прям были эти моменты, когда чел с УЗИшек, у которых бешеный разнос, стрелял четко в пузо. Ну, короче, в точку в одну. В общем, да, это уменьшенный разброс или АИМ. Он уже спалился, его в любом случае снесу. Но я, конечно, в шоке. Я, конечно, в шоке. Ну-ка, что у него вообще на аккаунте-то есть? 10 уровень. Кто-то такой. 4,5 миллиона на руках. Удивительно, защита минус 72 на 10 уровне. Откуда? Откуда, я не понимаю. Ну, даже семьи нету. Где ты это все взял? Номер телефона 4555580. Такое ощущение, что ты это все перекинул с какого-то сервера, может быть. Или с какого-то твинка. Охренеть. Как это так вообще? У меня почему-то игра вылетела, к сожалению, но я перезашел вовремя. Видите, он уже пришел сюда обратно. Так, следим за ним. Так, эти трейсера включены, все. Следим, смотрим, что он будет делать. Пока что за ним слежу только я. Пока что только я. Ну что ж, давай, чувак, покажи нам что-нибудь интересное. У меня есть подозрение, что ты играешь с софтиной вонючей. Дигл-то ладно. А вот с УЗИшками-то... Ну, он уже спалился, в принципе, он уже бан получит. Я в любом случае забаню, 100%. Я просто хочу посмотреть на какое-нибудь шоу с его стороны, которое он может тут высрать. Пока что он просто бегает, никого, по идее, не трогает. Ну и шоты. А, да, АИМ, 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 бот, короче. Бан IP, 342, читы, слэш, АИМ, слэш, масс, ДМ. Вот это жестко, вот это жестко, вот это жестко. Ну, на 2000 дней отлетел. Вот это, конечно, трэш, да. Ну, минус 72, там, защиты и всякие аксы. Улетели только что в бан. Да, жестко, жестко. Ну окей, окей. Если вы обратите внимание, сейчас 12:30 ночи по Москве. Ну-ка, 303 айдишник, что это за... Вы видели?
Чего? Это сейчас было забавно. Так, Уоунг Шмурда. Почему Шмурда? Так, теперь он здесь. Ладно. Что-то почему-то ночью сегодня Аризона лагает. Типа пинг нормальный, но... И даже вроде как нету ПЛа жесткого. Ну какой-то у меня 207. Ну да, 004, типа нормальный. Но пролагивает так нехерово. Так, ладно, что там этот перезайдет? Да, перезашел. Так, у него еще Фома Трумпов. Ага, ну пересозданная, короче, которая. Так, Чек Пуниш. Кто-то у нас такой вообще есть. Ночью какие-то, кстати, килы мутит. Опася. Опася. ТК. Оскорбление родных банило ГА на 15 дней. Угу, этим летом. Потом ДМ был. Нон-РП-тюнинг жалоба. ДБ. ДМ. Неадекват. Нарушение притона. Так, понятно, понятно. Ну, слушай, сейчас я за тобой буду следить. Посмотрим, чем ты там занимаешься в игре. Пока что он на чисто белом султане куда-то едет. Такое ощущение, что этот султан вообще как будто словлен, знаете, просто пустой. Или куплен где-то, не знаю. Фига, а что так FPS-то просел здесь? Что тут? Тут где-то, походу, какие-то тачки, срачки. Опа, перестало. Вот там лагало жестко по FPS-у прям. Может, там кто-то какой-нибудь читер все тачки туда скинул? Ну-ка, сейчас проверим еще раз. Во-во-во, прям вообще проседает FPS здесь. Я прям ощущаю. А, ну да. Ну да, вот они. Вот и сборище машин. SP Cars 100. Попробуем их убрать. Все, нету. Теперь FPS восстановлен, отлично. Так, ну мы пока за этим следим. У него, кстати, на ксы на урон плюс 15. Ему на притончик нельзя. Так, что он встал тут? А, все, уезжает, окей. Так, выскочил. И откинула его. И начинает сразу стрелять по игроку почему-то. Почему? Ну да. А тот просто обороняется. Ну, конечно, да, ты отлетел. Отлетел. Но какой смысл от этого, друг? Странно. Очень странно. Так, я скопирую его ник. Я в любом случае... Опа. Понятно. Сейчас варн. Получается 2-5-2. А, хотя нет, давайте за 2-5-2 зайдем. Посмотрим, что это за тип вообще. 2-5-2. Алло. 2-5-2, игрок не найден. В смысле, игрок не найден? Ладно, чек. 2-5-2. 0 АЗ. Какая-то хрень, короче. Ничего нету. Ладно. Варн. 2-5-2. Получается плюс С слэш ДМ, да? Ну да. Чел отлетел. Так, а этот-то чё? Куда вышел-то? Ты за ДМ у нас сейчас должен отлететь, друг. Да блин, ты постоянно выходишь из игры. Ты не надоело тебе еще этой хренью заниматься? Юнг Шмурда. Шмара. Я не знаю, что это за ник вообще такой. Непонятно. Так, зашел. Джейл. 118-120 ДМ. Все. Посиди. Чё? Я только зашел. А, до этого не был не ты, да? Ну да. Да, блять! Фрапс, пересмотри! ДБ! Было. Ты ехал по дороге, тебя сбили, конечно. Ты выскочил, начал стрелять по игроку. Ага. Так, а этот, кстати, не зашел? Чилинг-то? Не, чилинга нету. Он даже репорт пишет, типа, что он не виноват. В него врезались, и он начал стрелять. Это не причина, ты понимаешь? ДБшить могли специально, понимаешь, что прям вот наезжать. А когда ты сам едешь по дороге, и тебя сносят, потому что по встречке летишь, то очевидно, да, очевидно. Ты отлетишь, вылетишь, типа, но это не причина, чтобы стрелять. Запомни это не ты нарушаешь таким образом правила. О, заходит, зашел, чувачок. Чилинг туч. Понял. Чилинг туч. Так, что там у тебя? Чек пуниш у чилинга туча. 307. Плюс CDM это сейчас было. Так, за ношение оружия в открытом виде фигня. Ну, короче, это у него это первое нарушение. Это первый варн от чилинга туча. Так, ладно, там еще говорят, что 113 якобы бегает, багает бег. С моей фамы? Что? Случайно не нарушаешь тут? Вадим Веном. Ну, давайте я проверю его историю наказаний чисто ради интереса. 1-1-3. ДБ у него было. ТК. Сбив. ДМ. ДМ. Неадекват. ДМ. Короче, понятно. Если ты сейчас будешь плюс С, я тебе варн выдам за плюс С. Так, пока он просто стреляет. Ну, вот это было нападение на фургон, по идее. Не особо страшно. Клоун. Сосунок. Нифига чел даже в этой теме это самое надевает броник. Почему он пишет, сейчас отлетишь? С чего вдруг? Это ж, по идее, нападение на фургон, не?
Хотя в соло нападать. Он наехал специально. Ну, еще один чел, который как бы придумывает свои правила, что типа если его задели, то он имеет право типа там кого-то там бить, стрелять. Забавно. Ну, какой-то челик пролетел тут откуда-то с крыши, с моста. Э, что такое? Так, это админ там стоит, я понял. Ну да, одного уже откинули за то, что он типа игрока слил. Видимо, админ это заметил, а я проследил, окей, я понял. Так, говорят, 207-й читак. Но его уже даже в игре нету. Интересно. Короче, пришла мне в голову идея почекать аккаунты первого уровня, которые сейчас играют почти в час ночи. Но этот типочек просто бегает тут, играет со сборки. И таких, как он, кстати, много. Там даже бывают боты в это время тоже ставятся. Ладно, давайте побегаем еще. Next. Next. Это все одни и те же. Интересно. Так, а это кто? Стоит тут чел где-то. Что это за пикап такой? А где весь маппинг? Чего-то я об этом не знаю, может. Ладно. Дальше. Олег Бомжевич. Тоже неплохо. Хорошо. Что еще есть? Опа. Ал-1. Ага. Так, еще одна ферма, тоже работают, да? Опася, зашел. Догрелд пропал с мобайла, смотрите, крутится, ёпта, да? Понятно. S-бан, 279, щиты, ну пускай на 30-ку, ага. 279, давай. Идем дальше, что там у нас? По нексту. Так, ну это понятно. А и все, первых уровней больше нету, хорошо. А 3-2-3, это что за чел? В килл-листе. Так, багетта катается. Ага, это уже интересно. Это уже интересно. Ну-ка, чекпуниш. Что там у тебя? 3, 2, 3. Итак, у нас здесь есть ДМ. Нарушение правил притона. Так, интересно. Снова ДМ. Снова военка. ДМ, СК, ДМ, чит. Был забанен на 30 дней за читы. Ни хрена себе. И НПВ-эксы. Ну, это прям тоже такой лютенький игрок. Еще и 63 уровень. Это реально много. Ладно, хорошо. Последний раз наказывали его сегодня за ДМ на 2 часа, но это мало, это мало. Надо сажать еще жестче его, часов на 5, с учетом всей вот этой вот истории наказаний. Да здесь пусто, некого ДМить. Ага, интересно. То есть ты ищешь кого бы подымить, да? Короче, задымили они друг друга тут, типа добили одного вот этого, но там еще какая-то тёлка непонятная тоже вмешалась. Я не знаю, может всех посадить на 2 часа. Так, ну короче, всех я посадил. Теперь сидят все четверо. И Грув, и тот тип, и этот. Вот этот вот чел очень много светился сегодня в килл-листе. Я успел за это время там покушать, там дела разные сделать. И сейчас он просто стоит в АФК. Я, к сожалению, пропустил разнос. И то, что вы видите в килл-листе, это все ерунда, потому что там было еще больше от него. Я так понимаю, даже из админов никто его не спалил. Повезло очень типу, прям очень повезло. А часто ли он так нарушает? Ну-ка, 1, 2, 3, что у тебя по истории наказаний? Игра в трай был забанен, ну, на 7 дней. Ага, нарушение правил военки Аксы, НРП анимации, ДБ. Ну, не особо много нарушений, но почему он так всю ночь разносил? Его не взломали случайно? Ну-ка, get IP. Показывает, конечно, расстояние такое имеется небольшое. 90 километров. Странно. Ну, я думаю, что это погрешность, наверное, все-таки. Не 1000, там, не 500. Но все равно как-то странно. Написали репорт на типа. Ник Стурмфухрер Нодапо. Очень странный ник. Но написали репорт по поводу того, что чел имеет 6-й уровень, а уже и аксы... Новенький скин Сиджея. А что по бабкам интересно у него? Ну-ка, 135. 180 миллионов. Что? Это прям вообще супер нонсенс какой-то. Откуда это все? Предметы. Микроузи очень много у него. Прям вообще весь инвентарь почти забит, большая часть. Скин Железный Человек. Адвип на 15 дней есть. 3D очки плюс 12. Лицухи уже все. Это странно. Это прям реально странно. А откуда у него это все, блин? Айпишник чекнул, но у него все нормально, не взломан. 6-й уровень, это какой-то трэш просто. Вон, даже админы удивляются, типа, что вот у типа полный инвентарь УЗИшек и статистика прокачанная. Аксы заточенные для ДМа, да-да-да.
А, кстати, ну-ка, чекпуниш-то мы не посмотрели у него. Есть ли у него хоть что-то на 6 уровне-то? Нет, нету, кстати. Странно. Реально интересная темочка. Кто он, что он, откуда взялся? Опять что-то с сервером, что ли, или что? Меня заколебало то, что сегодня Аризона пропадает прям. Ну да, он вышел. Так, он перезашел. 8-й айдишник, ну-ка. Опа. На дереве. Ага, интересно. Так, я еще посмотреть хотел, знаете, что, его статистику. Семья какая-нибудь есть у него? Семьи нету. Статус випки нету никакой. Ну прям реально пустой аккаунт. Но откуда это все добро? Прям супер странно, реально странно. Я опять в АФК ушел. Снова кикнешься, что ли? Да, сегодня ночью Аризона лагает. Меня просто кидает из игры. Вот так вот все прогружается, видите, по одному объектику просто. Кошмар. Ну типа зашел, ага. И где я? А, во, заспавнил сам себя. Нормально. Так, 8-й-то там живой, что он делает? А, это уже не он. В смысле? В чем прикол? У меня в чекере... что это сейчас было вообще? Ничего не понимаю. Вообще Аризона такие приколы странные мутит. Ладно. Так, ну короче, там еще какой-то чел появился, 125-й. Килл сделал. Где-то интересно. Так, ну это вообще в центре, как обычно. Но тот тип, которого он слил, его даже поблизости нету. Пошли монстру ёбище! Ага, понятно. Сын араба, 148-й написал. Ну-ка, его сейчас не снесу случайно. А, это ты написал, сын араба? Ты еще из моей Фомы? Бан 148, 3. Упоминание родных. Фам, ун, ин. Вайт, 148, ЧС Фомы, в скобочках, неадекват. Никогда бы не подумал, что такие люди у нас играют. А, он еще и вышел. Не, ну я его сейчас забаню. Вентура Беллино, банов. Все, снесли типа. Ну, это прям странно. Игроки пропадают с сервера, я так понимаю, он лагает нихерово. Что-то за кем не зайду в спек, люди просто пропадают. Это как? Кому-то написал чел, просто катается и говорит, что ты дура, монстр, не пойдешь? Кому? Непонятно кому. А монстр, сыш, пойти! Они все еще ругаются. Ну попробуй зайди в Фому. Или пойдешь. Он тут рассказал вот этот чел, который вот ходит там, что у него есть основа. Я ее пробил, и оказывается она в бане на 20 дней за чит. Вот это интересно. Какие-то такие читы он юзал. Так, ты случайно не с читами играешь? Он так сейчас прыгал в воздухе прям. Удивительно. Ладно, сейчас посмотрим. Если у него основа забанена за читы, то может быть и здесь что-то есть. Хотя хз, так и не скажешь, конечно. Так, чел походу с софтами только что заехал и резко газанул так. Удивительно, походу он со спидхаком играет. Видимо и это так нужно сносить ему. Жалко, что Аризон еще лагает, херово пробивается спек. Вот видите, что вот это вот? Вот что это? Полюбас он уже там сел, а меня сейчас еще и кикнет как-нибудь по-тупому. Ладно, если я выйду со спека. Вышла. А если зайти обратно? Все еще лежит, да? Ладно. А, не, ожил. Ожил, ожил. Окей, окей. Сношайн. Ты кому это вообще? Тут никого нету. И не было. Ладно. Дебил, сука. Вот эти... Вот он вязает пис у него, видите? У него чит стоит на эту тему. Потому что КД не срабатывает, а он все еще юзает. Это БГ-юз при помощи читов. Он же, видите, еще со сборки играет. Получается, у него там куча всякого дерьма стоит. Так, наконец-таки сел мотоцикл. Давай. Или он просто... А, он просто заглушил его, блин. Я уже думал, сейчас поедет. Спалим у него что-нибудь. О, неужели сел куда-то? Что, поедешь? Ну-ка, что у тебя по езде? Давайте последим, посмотрим. Ну, разгоняется нехерово так. Моментами. Ничего себе, у него еще и машина имеется. Интересно. Так, там по нему зачем-то чел стрельнул. Этот прыгает. Юзает эту нон-РП анимку, блин, зачем-то. Он там тебе бегает, этот. Вот он подошел, зачем-то стрельнул по нему. Этот опять юзает эту сбивку, блин. Чел, ты же отлетишь. Я уже раз 10-15 спалил эту тему у тебя. А вот и тот чел, который супер прокачанный. Странно.
Ребята, всем напоминаю о том, что у меня в телеграм-канале проходят конкурсы с раздачей АЗ, вертов, аксов и прочих крутых плюшек, возможно, даже тачки буду раздавать. И все это абсолютно на халяву, и если вы эту халяву любите, то скорее залетайте, первая ссылка в описании, вступайте, участвуйте, все абсолютно бесплатно. Но я напоминаю всем о том, что данный ролик снимался на сервере Arizona Saint Rose, я играю только здесь. Если вы хотите встретить меня в игре, попасть ко мне в видео или в мою полностью прокачанную семью на сервере, то прежде чем сюда идти играть, помните о самом главном, вас на сервере ждет очень крупный бонус, смотрите. Если вы при регистрации укажете мой ник вот так и всего лишь на 5 уровне промокод хэштег DAPO, то за эти два абсолютно простых действия вы получите больше 1 000 000 вирт на руки, и на начальном этапе игры эти деньги вам очень пригодятся, поэтому скорее заходите, играйте вместе со мной, я уже на сервере и каждого из вас с огромной радостью жду. Ну а в прошлом ролике побеждает вот этот вот игрок, и я тебя поздравляю, добавляйся ко мне ВКонтакте и прикрепляй сообщение со своим ником, я с тобой свяжусь и выдам тебе приз. Ну а если вдруг ВКонтакте до меня будет не достучаться, то просто пиши в комментариях у меня в телеграм-канале, там я все комментарии читаю и тебя обязательно замечу. Ну и конечно, по традиции, сегодня тоже конкурс, и разыграем мы 3000 АЗ. Чтобы участвовать, как всегда, нужно подписаться на мой канал, поставить лайк на этот ролик и в комментариях оставить свой ник на Arizona Saint Rose, и все. Если что, аккаунт может быть абсолютно любой, хоть с самым первым уровнем. Прямо сейчас заходите в игру, регистрируйтесь, начинайте играть, развиваться и потом спокойно участвуйте. Поэтому я всем желаю удачи в конкурсе, спасибо вам за просмотр, жду всех у себя в телеграм-канале, с вами был Дапо, скоро увидимся.